дети мои. Эта война не будет рыцарской. Народы будут резать друг друга, а мы богатеть. Скучать не придется. Мир объят пламенем, а ты меня держишь дома. Гони! Сынок, по правде сказать, этим миром правят алчность и порок. Нужно что-то сделать. Безусловно. Мы — это первая в мире независимая разведслужба. Благородны, но жестоки. Цивилизованы, но беспощадны. Добро пожаловать. Находчиво. Пора подлить масло в огонь революции. Да, мой пастырь. Здравствуй, англичанин. Распутин премного наслышан. Решим наш спор как джентльмены. В конце концов, манеры – лицо мужчины. Вот только от мальчиков всегда один беспорядок. Готов к тому, что тебе предстоит совершить. Твое время придет, Диана. И все будет иначе. Люди всего мира! Я здесь, чтобы изменить вашу жизнь. Все, чего вы хотели и о чем мечтали, может осуществиться. Ты будто призрака увидела. Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло. Я не хочу быть как все. Я хочу быть сверххищницей. У тебя всегда было все, пока такие, как я, оставались ни с чем. Но сейчас пришло мое время. Привыкай. Я никогда не любил правила. Всегда хотел большего. Полечу так, что нас даже не заметят. Забыла тебе сказать. Что? Радары. Они что, будут стрелять в нас? Барбара, что ты наделала? Но думаю, тебе понравится. В общем, я готов. Можно найти получше. Штаны-парашюты? Да. Сейчас разве парашютисты в тренде? Где тут силушка богатырская нужна? Чудище! Неведомое объявилось. Это что еще за летающая башка, а? Колобок. Колобок. Колобок? Отдай еще разок, по булочкам! Понял, батон, как связываться с богатырями!
Доброе утро. Я тебе блинов принесла. Я чудище убил! Чудище — это ты! Что за привычка у вас такая? Богатырская, не разобравшись, всюду копьем тыкать. Третий генератор за неделю! Дисней представляет. Древнее зло пробудилось. Галя? Ты ее знаешь? Полы у меня было. Я очень сильный и тупой человек. Нет, Финист, ты очень классный. Несмотря на то, что ты такой тупой, у тебя есть силушка богатырская, не то что у этого Ваньки. У него только интеллект и чувство юмора. Придет сила. Дай только время. Точно вторая группа. Но следы обрываются. Что, взяли и пропали? А откуда вдруг столько песка? Сейчас догонишь! Это что за фигня? У нас сзади! Как мы тут оказались? Мы с тобой не враги. Мы справимся. Руку давай! Но нужно оружие. Совести у тебя нет. Что случилось с твоей семьей? Атрос. Если мы можем попасть в их мир, то и они в наш могут. Боже. Я вернусь к ним. Ты со мной? Меня зовут Гип. Перестань, дай поспать. И мы первая в мире семья. Крутс. Еще одно чудесное утро. Папа всегда говорит, стая должна держаться вместе. Моя девочка. Мы ищем идеальное место, которое станет нашим новым домом. Что за дичь такая? Я думала, пещерные люди давно вымерли. Моя рада встретить вы! Спасибо. Ой, мы Беттерманы. Беттерманы? Значит, лучшие люди. А-ха! Это ваш дом? Да, здоровый. Еще одна девчонка? Да. Девчонка. Подруга! У меня никогда не было подружки! И у меня! Чем займемся? А о чем поговорим? А что с нашими голосами? А почему мы с тобой не... О чем задумался, здоровяк? Это место меняет нас. Малой? Тунку надо ограничить время просмотра окна. Тихо, птичек показывай. В мое время мы не пялились на птичек, мы на них охотились! Оставь меня в покое! Что это? Просто шрам. Каждый шрам — это приключение. А про это отец даже не в курсе.
пальчик, чехольчик. Тебе не разрешают выходить за стену? Нет. Твоя ферма – это твоя пещера. Мы с тобой так похожи. Хочешь перепрыгнуть стену? Да! Нет! Мы вернемся, никто и не заметит. Вы удрали гулять за стену? Беттерманы построили ее не просто так. Это не к добру. Чтобы выжить, стая должна держаться вместе. Мир полон опасностей. Я тоже боюсь за свою семью. Что там? Боевой круг! Сегодня отличный день, чтобы умереть. Народ, вы не поверите, что я нашел! Прости, мы думали, ты хищник, который хочет нас убить. Никогда не извиняйся за эффективный боевой круг. Семейка Крупс. У тебя украшение из ленивца? Знакомься, кушак. А это Фенечка. У-ла-ла. В кино с 24 декабря. Так, только давай без паники, ладно? Да ты кто вообще, а? Лошадь? Я? Конь. Конёк! А ты неприятный, неблагодарный тип. Ты влюбился в царскую невесту. Значит так, рвем когти за моря. Там такие девушки. Произошла страшная авария. Нам чудом удалось выжить. Воу! Вот черт! Не подходи ближе! Это девчонка. Девчонка! Девчонка! О, боже мой, девчонка! Прости! Блондин, не двигайся. Я просто не видел раньше девчонок. Кто ты такая? Тут так громко. Мы зовем это шумом. Новый. Новый мир. Из-за происшествий со всем человечеством, все мысли в наших головах, как на ладони. Темный, темный секрет. А где все женщины? Мертвы. На основе романа-бестселлера. Почему она думает о том, где ее шум? Странно как-то читать твои мысли. Странно то, что я не знаю, что происходит в твоей голове. То есть я знаю, что ты не моя собака и что ты захочешь ударить меня камнем по голове. Милый у тебя песик. Он сильнее, чем думает. Следи лучше за своим шумом. Змея. 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 Аутентификация порно и грань будущего. Если они тебя поймают, то мигом убьют. Дженнифер! Забудьте все, что вы знали. Если хочешь защитить девчонку, вам нужно уходить сейчас. Оберегай ее, оберегай. Оберегай. Одна мировая премьера. Никто не знает, на что он способен с ее силой. Не останется незамеченной. Мне нужна эта девчонка, пока та не сбежала. Сколько в пути? 100? 200? Тысячи. Дейзи Ридли. Том Холланд. Я думал, ты лишь мальчишка. Молчи. Он пытается тебя выманить. Дерись, дерись. Поступ хаоса. Озвучено Flarrow Films специально для канала в рейтинге. Если подумать, что делает тебя тобой? Это «Мир до жизни», где новые души обретают характеры перед отправкой на Землю. Наставники вроде меня помогают им раскрыть таланты. Только вот... я здесь по ошибке. Казалось, сегодня лучший день в моей жизни. Ждем к 6, в 7 начало концерта. Есть! А-ху! Взяли в джаз-бэнд Доротея Уильямс, представляешь? Ты здесь надоело, что ли? О, простите. В
общем, про землю мне все уже понятно. И она даром не нужна. Ломать распорядок, налаженный быт, я парю в тумане, судоку разгадываю. Ну а как же радости жизни? Каждый из тысячи моих наставников меня ненавидит. И мать Тереза. Я сострадаю всем и каждому. Кроме тебя, тебя не люблю. И Коперник. Ты не пуп вселенной, мир не вертится вокруг 22. Мария Антуанетта. Никто не сладит с тобой, никто. Знаешь, от чего ты отказываешься? От той же пиццы. Не пахнет, ни вкуса, ничего. Боли тоже, видишь? Да понял я, хватит! Недолог наш век. Жизнь быстротечна. Будь самим собой. Живым, гениальным собой. Я здесь не весть сколько веков. Не представляю, ради чего мне бы вдруг захотелось жить. И тут являешься ты. Ты влюбленный в жизнь. Я должна понять, увидеть. Это что это? Не волнуйся, все нормально. Душу здесь не раздавить. Для этого есть земная жизнь. У меня такого сезона за всю жизнь не было. Вся страна полыхает. У меня шестого нет. Без шестого нельзя. Ну, а ты возьми одного из этой толпы и сделай из него толкового и внимательного. Инструктор ты или кто? Все. Сейчас полетаем. Это кто? Молодой человек. Из нового набора. Пап, мне не 15 лет. Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, полетишь один домой. Алексей Павлович! Нас расформировывают. Вас отстраняют. Пожарный зачем пришел? Буду служить и защищать. Ты теперь в моей группе будешь служить и защищать. А этот Армагеддон нафига? Полетели? Вы меня сюда позвали, чтобы я типа с вами полетел, пожар увидел и понял, что профессия это с огоньком, да? Типа обжегся и домой свалил, так что ли? Я не испуглил. Молодой, ты там чего, гнездо вьешь? Все нормально. Нормально. Отдыхаю. Огонь между мной! Ничего не спасешь, а люди погибнут. Из деревни нужно уходить. Как ты там? У тебя все нормально? Ни спутниковый, ни мобильный не отвечает. Там что-то произошло. Огонь сзади! Слушай, тебе страшно, это видно. Голову прикрывайте, копы смола! Эфир приема, это обсерватория Барба. Вы меня слышите? Там есть кто-нибудь? Это эфир. Ответьте, меня кто-нибудь слышит? Сигнала нет никакого. Сколько мы не выходили на связь с центром? 3 недели. Почему же так тихо? Это эфир, космический корабль, который, мы надеялись, станет нашим будущим. Я должен предупредить их об условиях на Земле. Я не знаю всех подробностей. Все началось с ошибки. Там есть антенна, которая сильнее нашей. Доберемся до антенны, они нас услышат. Вдохни поглубже. В одной только нашей галактике миллиарды звезд. По крайней мере, одна из них может быть пригодной для жизни. Я много размышлял о времени. Почему один человек проживает всю жизнь, а другой всего несколько лет? Мы дали обещание нашим семьям.
Ты хочешь быть исследователем? Айрис! Иди на мой голос! Но пока ты занят всем этим, твоя собственная жизнь просто проходит мимо. Вот почему я должен связаться с ними. Пока не поздно.